Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить Legend of Grimrock, и мы опять вернулись в пирамиды, вот на это место. Более внимательные люди подсказали мне, что я пропустил секрет. Сейчас я вам покажу, где он. И самое интересное, я смотрел предыдущее видео, я сам говорил о том, что где-то поднимается стенка. Правда, я не разобрался где, но в результате я про этот секрет забыл. Ну, в любом случае, спасибо. Сейчас покажу, как это работает. То есть тут он довольно-таки хитрый. Тут мы сначала открываем эту дверь. Видите, у нас вот эта стенка закрывается. Кстати, впритык не видно, видите, но сдалека там просвечивается. Поэтому нам надо сделать то же самое второй раз, только быстренько проскочить. Вот так вот. Хорошо. И здесь у нас секрет. Что ж, тут находятся ботинки какие-то зеркальные. Опять-таки, они нам уже не нужны. С этого и у нас в планах сегодня победить Island Master и посмотреть вторую концовку, так называемый True Ending. Но для начала у нас есть еще пару дел. Во-первых, мы пойдем на кладбище, и нам нужно откопать еще один сундук с помощью вот этих вот двух записок. Плюс нам надо сделать, естественно, пятую эссенцию нашу. Эссенцию баланса. И еще у нас есть 1, 2, 3 золотых ключа. Я думаю, что можно забежать. Вот сейчас мы пойдем, наверное, на кладбище, потом забежим сюда в подземелье. Там еще было пару мест, в которые, ну, которые закрыты, в общем, золотыми ключами. Просто ради интереса посмотрим, какие там есть вещи, для того, чтобы знать в будущем, потому что я не помню. Возможно, там есть что-то интересное. Давайте сразу, наверное, туда и зайдем. Потому что нам, в принципе, опять-таки ключи уже не нужны. Правильно? Правильно. Сейчас просто ради интереса поглядим, что у нас там лежит. Так, эти рептилии нам не нужны. Да что ты делаешь-то? Энергии у нас хватает, просто вагон. Так, что мы не открыли? Я даже и не помню. В одном из этих была наша сабля, и в одном из этих был амулет, по-моему, который нам давал. Ну, дает дальше. Плюс 25 к опыту. И тут у нас есть даже две двери, нам хватит ключей вполне. Золотое убежище. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут в золотом убежище. Посох. Посох, посох. Хотя, может, знаете, он и пригодится. А, блин. Всего-то willpower плюс 2. Ну, знаете, как в морду плюнули. Серьезно, я-то думал dispel. А, ну у него атака зато, по-моему, то, что надо. Да, он делает специальную атаку, которая убивает этих, помните, монстров таких из листьев. Но с другой стороны, то опять-таки у нашего мага это есть. Ну, короче. Короче, какая-то дурная штука. Так, записку эту мы выкинули тут, да? Да. Нам рассказывается, что в воде лежит золотой ключ. Хорошо, давайте откроем еще вот эту дверь. Так, муха. Не знаю, на тебе. Вечно голодная муха. Так, где наш ключ еще один? А, вот эту штуку мы находили. Она находится в... Сейчас, по-моему, даже вот наш Минотавр ходит. Она была на болоте. В такой секретной локации. Уклонение минус 2, но энергия плюс... Нам это не надо.
Так, браслет. Регенерация энергии плюс 20. Food consumption rate плюс 20. То есть, короче, энергия восстанавливается быстрее, но надо будет больше жрать. А, я даже не знаю, тут у нас что? Сила плюс 1. Health regeneration плюс 20. Так, здесь что? Защита accuracy плюс 10. Но accuracy полезная штука. Защита от яда. Protection strength. Я не знаю. Давайте. Пускай возьмет, посмотрим. Ладно. Так, и в мешке у нас травы. Одна даже кристальная травка есть. Так, сколько у нас? Один, да? Давайте сразу еще одно зелье сделаем. Силы и... пойдем дальше. Health плюс 50. А сейчас у нас что? Энергия плюс 50. Ладно, все, возвращаемся. Тогда идем на кладбище. Ничего тут особо такого интересного нет. Так, с тобой я воевать не хочу. Все, погнали. Радует, что оно, в принципе, все рядышком. Хотя нам надо будет идти вот сюда. Затем спуститься сюда в хаб. Я надеюсь, что больше ничего не забуду. Нам надо будет еще приготовиться к последней битве. Так, где наш компас? Компас сюда. Так, вот они, наши ворота. Хорошо. А, записки. От входа в кладбище. Соответственно, мы делаем 3 шага на восток и 4 на юг. А, соответственно, где наш компас? Как вы помните, со стрелочками у нас... красный показывает нам на север, синяя на юг. Соответственно, запад у нас слева, юг у нас назад. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Так, не то нажал. И копаем. Копаем, я сказал. Супер. Супер, класс. Все, это наш, по-моему, последний сундук. Мы сейчас посмотрим статистику. Ядра... полетели, ядра нам не нужны. Так, и записки мы эти тут оставим. Так, что мы нашли? Защита плюс 1 и на 15% быстрее у нас идет перезарядка. В принципе, знаете, я думаю, вот это неплохая штука. Хотя точность тоже неплохо. Точность тоже неплохо. Так, так, так. Может, Минотавру дать, я вот думаю. Кулдаун 4-5 секунды. Да, давайте дадим Минотавру. Я думаю, нам, по-моему, уже защита от яда сейчас не особо нужна. Поэтому. Так, давайте мы еще один момент, знаете, какой сделаем? Я думаю, а меч, что я меч не оставил? Хотя мы еще его, ладно, оставим. Давайте я сделаю вот такую штуку. То есть я перезаряжу наши предметы. Соответственно, видите, у нас... а, я тут сейчас не могу лечить. Так, где у нас Минотавр? Видите, у нас закончились заряды и... тут закончились, поэтому я думаю, мы это все перезарядим. Нам говорят, что надо держать кристалл в руке.
И нам говорят, что мы должны вообще сейчас... беда. Беда, беда. Я, честно говоря, думал, что перезарядится все. Ну ладно. Так, муха, на тебе еще, перезаряди себе сферу. Да, я понимаю, что у нас еще были там заряды, их можно было использовать, но просто во время боя с Silent Master'ом как-то, ну, не будет времени на это все, поэтому как бы это не страшно. Окей, хорошо, давайте посмотрим статистику нашу. У нас есть 76 77 секретов, супер, эпик айтем 16 и 17, еще один остался, джем у нас все, эссенции не все, но сейчас будут, трежер мы нашли все сундуки, и остался у нас один как раз уровень. Соответственно, последний секрет у нас находится в архиве, там где хитрый код. Такой непонятный, да? И я думаю, что после этой серии я сделаю еще одну дополнительную, такую бонусную, где я вам расскажу про один еще суперсекрет, а также расскажу логику задачи в архиве, то есть как расшифровать те иероглифы, которые написаны. Вот видите, этот список — это разгадка к первой двери, но она не полная. Соответственно, мы уже в следующей серии это все обязательно разберем. Поэтому сейчас мы идем назад. Мы идем делать эссенцию. Последнюю, пятую. И идем. Опять они туда пошел. И идем искать нашего Island Master. Постараемся его пройти. Так, вперед. Я даже... А нет, это не тут. Ладно. То есть, по сути, мы уже облазили все. Все, что можно, сеты все нашли. В общем, я бы сказал, что забег удался. Так, теперь нам куда-то направо. Кабал feels weak. Я думаю, мы как раз еще на всякий случай подождем ночи. Для того, чтобы сработал наш... наша обилка для варвара. Помните, мы книгу взяли на кладбище, да? И у него теперь ночью статы выше, утром ниже. Все, готовим, делаем. Эссенция баланса. Супер. Это как раз то, что нам нужно. Так, ну и шумно здесь, блин. И погнали в наш хаб. Окей. Так, для тех, кто забыл, что такое хаб, помните, у нас вот есть телепорты в определенной точке. Это у нас на пляж, это у нас на болото, это у нас на кладбище и это у нас на... Стоп, а это куда? А, Shipwreck, это на самую первую локацию. И у нас вот здесь была дверь закрыта. Сейчас бы вспомнить, где она. Вот, мы ее прошли вот здесь. Естественно, она открылась. И мы спускаемся в убежище нашего трюкача. Так, кристалл. Я думаю, мы пока кристалл юзать не будем. Хотя, почему бы и нет, а может и не будем. Лейер — это даже логово скорее, чем убежище. Хорошо. И давайте мы для начала тут посмотрим. А, мне кажется, что... здесь ничего нет. Вот нам под сраку дали, блин, шипами. Просто обойду, открою карту. Вот эти шипы, они работают по принципу... я уже не помню, где мы это видели.
А, ну в этих, они наши, Crystal Mines, там были такие вот умные шипы, они двигаются именно вот, ну, вылетают там, где вы стоите, то есть если постоянно бегать, то они вас не достанут. Но лучше с этим пока не практиковаться, я думаю. Так, посмотрим, что у нас тут. Просто откроем карту. Так, какие теперь сюда? Вот сюда ложится пятая эссенция. Видите, на ней знак как раз этого баланса. Вот эти морды в нас будут плевать огнем. Поэтому я, пожалуй, все-таки вернусь к кристаллу. Мы вылечимся, сделаем сейв, естественно. А, сделаем еще один сейв. Так, на всякий случай. Окей. Я опять куда-то не туда пошел. Так, хорошо. Давайте мы подготовимся. Я думаю, магу мы давать бомбы не будем, этому не будем. Возьмем пока огонь и... Так, это у нас Фрост, да? Хорошо, Минотавр. У него есть 14 бомб с ядом. В принципе, неплохо. Почему нет? А у нас нет электрических бомб? Хорошо, давайте мы сделаем. У нас есть этих блэкмоссов 16 штук. Мы сможем сделать... Бляха-муха. Я не то нажал. Сори. Не то хотел я сделать. Просрал две штуки. Фаербомб. Отлично. Он даже по три штуки делает. Я совсем забыл. Давайте мы ему сделаем... Нет, не такую. Хочу другую. Вот. Ну, по три штуки это совсем другое дело уже. Так, и еще один Фрост. Так, я думаю, нам этого хватит. Хорошо, теперь... Достаем наши кристаллы еще сюда. Баночки, скляночки. Я не знаю, я думаю, что мы и так справимся, но на всякий случай, знаете, я думаю, что почему бы и нет. Shield Potion. Дадим всем по зелью. Обязательно. Так, и у мухи нет... Зелье маны, естественно, почему нет? Так, антидот не нужен, антивеном не нужен. Speed Potion, например, почему бы и нет тоже. И Rage Potion тоже, почему бы и нет. Так, сейчас будем все пить. Так, лягушка, давай сделай, пожалуйста. Что за дела вообще? Так, лишнее мы заберем отсюда все. Так, хорошо. В принципе, знаете, надо было это все сделать, конечно, до видео. Ну да ладно.
8 штук. Надеюсь, хватит. Так, окей, хорошо. Поехали. Я думаю, сейчас мы еще раз квиксейв сделаем. В принципе, надеюсь, этого нам будет предостаточно. Так, только стрелы возьмем. Было бы очень даже неплохо. А, сейчас будет первый трюкач. Я думаю, с ним проблем не будет. Ну, в общем, вы сейчас все сами увидите. Поехали. Вот он, собака. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, нам тут уже надавали. Я совсем про это забыл и что-то даже и не подумал, что оно будет так быстро. Так, тебе уже что-то сломали, да? Бошку. Не очень хорошо. Ну, куда ты стреляешь? Комары, это плохо. Бляха, они еще и со всех сторон. Ну, все. Зажали. Немного неправильно, конечно, стратегию выбрал. Так, давай, вали отсюда. Хорошо. Сори, надо валить отсюда просто. Блин, меня эти комары позажимали, но это просто капец. Называется, зелье наделал, а... Блин, давай. Зелье наделал, а толку от этого просто никакого. Бляха-муха. Так, давай, маг. Очухивайся. Что я делаю? Ну, ёшкин ты кот. Я ж не хотел комаров. Так, отлично, ладно. Будем по-тупому так проходить. Раз уже пошла такая тема. Было бы неплохо, конечно, отсюда свалить. Но знаете, с другой стороны, такой вариант может даже и поинтереснее, потому что... Я сейчас объясню, почему. Он начинает там очень дико гонять. И в нас вообще все стреляет, поэтому... Начинает бегать, вызывать двойников. Вот. Вот как сейчас. И нам это не по приколу. А здесь мы можем стоять себе спокойно, и нас никто не будет трогать. Плюс у него... Так, не понял. Что-то нас телепортнуло. Плюс нам нужно ему сбить щит. Да что такое? Бляха-муха. Я нифига не вижу.
своим телепортом. Короче, вот здесь очень классная точка. Называется «Зелье напился, набрался, а ничего не выпил». Так, ну ты где? Я вот так вот в прошлый раз и стоял, в принципе. Можно его зажимать вот этим вот заклинанием очень неплохо для того, чтобы восстановиться. Так, ну где ты? Еще чуть-чуть осталось. Так, здесь что-то открылось. Я думаю, на сложном нам бы уже давно, короче, вставили. Естественно. Так, я либо не попал, либо это его двойник. Да, наверное, двойник. Ну давай, давай, где ты там? А, вот он. Так, нехорошо, нехорошо. Я ему еще защиту не сбил или что? Ну это он, стопудово. Это не он уже. Да все, хорош. Надо было больше, больше зелий делать. Та ёшкин ты кот, это опять не он или что? Когда у него же эта защита закончится? Это опять двойники, да что ж такое-то? Так, ладно, надо бежать его, короче, валить, потому что это... О, есть, все, наконец-то мы сбили эту защиту дурацкую. Опять? Еще нет. Да что за фигня? Так, кого убили уже? Так, ладно, давайте еще один кристалл. Все, я пошел в рукопашку, меня задолбало с этими бомбами. Серьезно. Так, где ты там? Кристаллы у нас есть еще. В принципе, конечно, это не сильно профессионально все я делаю, но... Так, ну ты достал уже со своей защитой, серьезно. Ну что за дела? Долго ты будешь защиту свою юзать-то? Ты меня достал уже. Серьезно. О, попал, попал. Давай, добивай. Фу, аллилуйя. Десять тысяч экспы. Я вообще-то думал, что он защиту будет один раз только юзать, а видите... По-моему, он ее как-то восстанавливает каким-то чудом. Так, Energy плюс 20, резист у нас еще какая-то палка. Короче, мы вот его посох нашли, это также считается эпик айтем. Соответственно, у нас теперь уже все. Дезинтегрейт. Какая-то специальная атака, можно попробовать.
по идее, должно всех на кусочки разрывать, плюс 50 энергии, что тоже неплохо. Хорошо, ключ, который нам поможет, и записочка. Хорошо, записку мы посмотрим, сейчас мы отсюда выйдем. Так, это было, с одной стороны, не то чтобы сильно сложно, но тупил я много, согласен. Можно было это все сделать намного умнее и интересней. Но, говорю, я забивался вот в какую-то комнатку и его ждал, пока он не придет. Потому что, ну, по крайней мере, на сложном, видите, наверное, только так. Ну, на легком еще можно сделать кучу ошибок. На сложном, я думаю, у нас такое бы не прокатило. Хорошо. Ключ мы вот его взяли, мастер ки. И у нас тут завещание Island Master нашего. Сейчас я попробую его как-то перевести. Эра назад, когда мир был еще новым, ну, когда, можно сказать, зарождался, и был рожден интеллект, древние духи определили ихнюю работу, ну, это вот это вот древнего интеллекта, скажем, людей, да, определили ихнюю работу в мире, который был создан. И перед тем, как оставить этот мир, духи оставили дали слова создания, которых мы читали уже в замке, вот как раз людям, и среди которых был хранитель Нексуса. Так, дальше поехали. Второй абзац. И на протяжении всей истории мира слова хранились в нескольких секретных местах, и всегда эти слова всегда охранялись непрерывной цепью хранителей, то есть они постоянно были новые. И когда предыдущий правитель ставал слабым и, в общем, уставшим, на его место приходил новый. Но как выбрать сильного и мудрого, не наставника, а сейчас, одну секунду, приемника? Преемника. Еще раз. Как выбрать сильного и мудрого преемника на столь непростое задание? Как вы поняли, это был вопрос. Просто сложно так вот в онлайне переводить такие тексты. 5000, это уже третий абзац. 5000 лет назад мои... Вечно забываю, блин, это слово. Предшественники. Predecessors. Как-то оно сложно. Мои предшественники нашли остров Некс и определили его как самое безопасное место на Земле для того, чтобы хранить вот эти вот слова создания. И серия испытаний была создана для того, чтобы тестить физические и умственные способности случайно выбранных, скажем, персонажей, людей. И с того момента несчисленное количество женщин и мужчин были, ну, протещены, да, проходили этот тест, в общем, это испытание на испытание острова. И сейчас время, сейчас мое время отойти в сторону. Я поздравляю тебя с финальным тестом. Теперь ты готов войти в Нексус. Это письмо, опять-таки, еще раз напомню, Island Master, точнее его завещание. Соответственно, ключ мы получили. И мы идем. Сейчас что-то игра заглючила и нас не перекинула на локацию. Вот. Так, муха, включай свет. Позорно, чуть не проиграли, убив этого Island Master. Я что-то просто аж, знаете, растерялся. Так, нам нужно теперь в замок.
Итак, вставляем ключ и смотрим вторую заставку, второй ролик окончания игры, настоящий, скажем, правдивый, можно сказать, правильный и полный. Вперед! Вот видите, амулет змеи лежит, который у нас есть. Не амулет, наручник, в общем. На заднем плане, кстати... А, это не то. Что-то меня проглючило от ворота. Вот на заднем плане кубик, видите? Это первый босс с первой части. И обратите внимание сейчас на эту книгу. Это довольно-таки важно. О ней я расскажу в следующем видео. Ну вот, собственно, все. Еще раз хочу сказать, что будет бонусная часть, в которой мы найдем суперсекрет. Разгадаем тайну архива, еще одной комнаты. Я же вам говорю огромное спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. До встречи!